Колледж сервиса и быта готовит специалистов более 50 лет. Еще в 1968 году СУЗ был открыт на базе швейной фабрики. Но с течением времени к швейному делу присоединились и другие специальности. У нас такие специальности, как швея, модельеры, повар-кондитер, закройщик. В этом году у нас еще открылась новая специальность, как сетевое системное администрирование, потому что на многих организациях, да, в многих учреждениях требуется такой специалист, как системный администратор. Для системных администраторов до начала учебного года обещают оборудовать современный компьютерный класс. Каждый год СУЗ выпускает более 300 ребят. Стараются решить здесь и вопрос трудоустройства выпускников. К примеру, не так давно между колледжем и Алиуртовской швейной фабрикой достигнуто взаимовыгодное соглашение. Вы знаете, у нас есть фабрика, на которой стоит оборудование последнего поколения. И, соответственно, мы выпускаем таких учащихся, которые уже будут уметь уже на практике как-то пользоваться этим оборудованием, шить, да, и пользоваться. И, соответственно, в рамках нашего колледжа мы открываем такой оборудованный кабинет именно с их оборудованием, чтобы наши выпускники уже имели представление. В образовательной программе обязательно не только теория, но и практика. Врачи проходят ее в региональных больницах. Швеи в ателье, а кондитеры нередко радуют своих наставников победами на международных конкурсах. Одно из самых востребованных направлений – сестринское дело. Есть определенные занятия, есть практики проходят именно в этом колледже. Практикуемся сначала на муляжах, а потом уже идем на практику. Проходили мы практику в центральной районной больнице Сунджи. Практика прошла успешно, получили мы отличные отметки. СУЗы пользуются популярностью у бывших школьников еще и потому, что, поступая в колледж, сдавать ЕГЭ не обязательно. Здесь достаточно стандартного пакета документов. Аттестат, две фотографии 3х4, копии паспорта и НН. Многие выпускники колледжа советуют своим друзьям именно этот СУЗ. Я сегодня пришел с другом. Мы долго выбирали профессию. Выбрали профессию юриста. Я думаю, что эта профессия будет для него наиболее подходящей. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи всем абитуриентам республики. Колледж направлен на освоение самых востребованных рабочих профессий, а потому его выпускники редко остаются безработными. Приемная комиссия будет рассматривать заявки на поступление до 25 июля. Зарема Евлоева, Мария Мистоева, Рахман Цу.